Новая лестница, ведущая к остановке, появится в районе улицы Павлова в краевую столице. Горожане жаловались, что старая уже совсем разрушилась и ходить по ней стало небезопасно. За помощью они обратились к депутатам городской думы. Лестница, конечно, в ужасном состоянии, и мы по ней ходим каждый день туда и обратно. Очень хорошо пореагировал он на нашу просьбу, правда, письменную, но все равно он, значит, отреагировал. Нам через некоторое время подкорректировали всю эту лестницу, стало ходить удобнее. Вот. А сегодня уже лестница пошла в полный ремонт. Убирают старую лестницу, восстанавливают, строят нам новую лестницу. И это все благодаря нашим депутатам. Председатель Гордумы Сергей Смирнов рассказал, что сейчас идет демонтаж старой конструкции и в ближайшее время начнется строительство новой модернизированной лестницы. Лестницу уже эту демонтируют. Будет новая, современная, с лавочками, с урнами, для того, чтобы жителям комфортно можно было и передвигаться, и отдыхать. То есть вот один из примеров, когда неравнодушные жители, неравнодушные депутаты и органы исполнительной власти решают проблемы микрорайона, проблем жителей. Со своей стороны Анатолий Наумов выразил огромную благодарность жителям второго округа за то, что те приходят на встречи, которые систематически проводят городские депутаты. Это все сделано потому, что депутаты города, заксобрания плотно работают с администрацией города, находим мы взаимопонимание, и поэтому работа спорится. Более того, я хочу сказать, у жителей второго округа самое большое количество лестниц на территории, порядка двух десятков лестниц в этом году будут приводиться в порядок, несколько подпорных стенок, остановка, и все это благодаря обратной связи с нашими жителями. Народные избранники добавили, что строительство новой удобной лестницы стало примером успешного сотрудничества депутатов Гордумы Петропавловска с администрацией, которая выделила средства для благоустройства данного объекта. Администрация всегда идет нам навстречу, рассматривает все наши предложения, которые нам адресуют жители. И по возможности финансирования мы все воплощаем в жизнь. Ознакомившись с ходом выполнения работ, депутаты выразили уверенность, что уже к началу нового учебного года жители микрорайона смогут с комфортом добираться до остановки общественного транспорта по новой лестнице. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.